что ты, как дела? Короче, сегодня меня, возможно, в этом мире больше не станет, нахуй, понял? Ну, возможно, но не точно, понял? Да что такое? Потому что сегодня наше направление Николаевское ночью. Ага. Все собирается и уходит нахуй в Россию. Отдаем все позиции, все пиздец. Да ну нахуй. Представляешь? Я не верил, это шутка пиздели, я не верил до последних. Пока не приехал командир дивизиона, подполковник это не сказал. Ну разъебывают, что по всем направлениям, ебаный в рот. Ничего сделать не можем нахуй. Ну, говорят, заходить будем через Белоруссию, мы. Сейчас нас увезут всех туда. Но. И мы будем заходить через Белоруссию. Короче, я за контракт на 5 лет буду продлять, мне похуй, блядь. Ага. Я хочу этих пи***цев всех уничтожить, нахуй. А чё они, в смысле, типа информация какая-то пришла, что ли, что они в атаку пойдут, нахуй? Да, да, да. Сюда войск тянули, нахуй, 80 тысяч хохлов, ебать. Сколько здесь, на нашем Николаевском направлении, умерло народа? Сколько, блядь? Это пиздец сколько, это тысячи людей, нахуй. Отдали жизнь, чтобы забрать эту территорию, а по итогу, блядь, отдаем ее так просто. Ебаный в рот, я в шоке, нахуй. Блядь, братан, ты бы видел, что здесь происходит, это пи***а, нахуй. Какое здесь очко, ебать. Проебали все на свете, нахуй. Сука. А дальше что будет? Всю Россию отдадим.